Конечно, для крупок это небольшой районный центр, и для них вот такие производства, ну, это значит жизненная необходимость, потому что сегодня это рабочие места, это нормальный уровень заработной платы, ну, соответственно, развитие всего региона. Ну, чем Амкадор Можа известен и хорош, это зерносушильные комплексы, которые сегодня, наверное, самые лучшие не только в нашей стране, но и за пределами. Поэтому вот мы сегодня подходим в Минской области, значит, следующей пятилетки к программе, в том числе развития сельского хозяйства, и серьезный упор будем делать на продукцию растениеводства. Мы немного видим, что мы немного сдерживаем более интенсивно наращивать объемы растениеводства именно отсутствием зерносушильных комплексов. Поэтому вот мы на следующий год для себя запланировали 30 таких комплексов построить в Минской области для того, чтобы мы в оптимальные сроки могли убирать зерно, не теряя качества. Мы разработали стратегию развития холдинга на ближайшие 3 года. Эта стратегия предусматривает проектирование, постановку производства 120 машин для различных экономик. Это и лесные машины, это и сельскохозяйственные, и коммунальные, и дорожно-строительные. И, соответственно, работаем над производством новых узлов. И, соответственно, мы имеем в стратегии также инвестиции в наше производство. Вообще предусматривается организация 9 новых инвестиционных проектов. То есть мы даже в это сложное время, понимаете, что к период мирового финансового кризиса, когда действительно рынки, к большому сожалению, сжимаются, мы инвестируем и не боимся инвестировать. Все продукты, которые мы производим, в том числе вот на заводе, которые вы видите, они заказаны на ближайшие полгода.